Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Дина Бэш, путешествие во времени. Так, ну что, поехали. В общем, ребята, как поиграл я в первый раз, прилег отдохнуть, проспал до часу ночи, вот, вскочил. И самое хреновое, знаешь что, у меня очень сильно болит горло. Блин, как я ненавижу, когда вот у меня начинает болеть горло. Блин, не взглотнуть, не кашлянуть, ничего не сделать. Так, Тирексик, Хэнк. Хэнк у нас, кстати, прокачивается, ребята. А если Хэнк прокачивается, значит, надо это сделать. Почему? Во-первых, я считаю, что это... Ну, у него атака 336. Хо, 336, если у этого... Ты сам видишь. Ладно, все равно надо прокачивать, друзья мои. Так, а здесь у нас Раптор. 12 тысяч. Блин, 12 тысяч нужно. 7 тысяч. Нет, я, наверное, лучше Рэмбо в огне прокачаю в первую очередь. Так, ну что, давай, наверное, мы... А хотя давай глянем. Давай глянем, что нас там впереди поджидает. Тут, видишь, больше акцент все-таки, ребята, уже идет противовоздушный. Скажем так. Ну-ка. Блин. Ну, конечно, сейчас будем 3 часа его разбирать, да? Ну, вон, ребята, полетели, блин, птички, журавли. Слушай, а он не образил ли, а? Я про этого хламона. Слушай, ну все равно одного надо, ребята, выставлять. Ох, сейчас мы, кстати, вот сейчас они все в кучу здесь встанут. Мы вот так вот с собой. Ну да, действительно топ. Так, я вот здесь вот... Ага, магистр кислых щей, ребят, завалил этого хиллера Шмиллера, чтобы он нам не мешался. А кто его... А, его током подбило. Понял. Вот так вот сделаем. Так, что еще? Что еще? Ну, нам не хватает. Нам не хватает, чтобы призвать следующего. Все-таки надо, наверное, ребята... Нормально. Так. Летит ястребок. Так, у меня этот рядышком. Да, рядышком, все отлично. Все у нас тут превосходно. Так, по башке получает. Ой, нет, ребят, самураи поперли. Ну как самураи? Не до самураи, так скажем. Так, подожди, надо вот с этими разбираться. Разобраться. Разобрался, называется. Да, вот именно, ребята, из-за своих петард. Да ему по башке дать. Есть контакт. Это че? Ого! Друзья, ты посмотрите, что я вижу. А вижу я, что самурай уже... А, так он ватный был, господи, я думал, что он сильным будет. Нет, он ватником оказался. Но, тем не менее. Тем не менее, он меня немножечко напрек. Я думал, что он сейчас еще спустится с небес и начнет тут. А вот это уже, да, вот это уже, ребят. Да кто его там хит? Да ёк, просто ты, блин. Сейчас я кое-что сделаю. Не особо удачно, конечно, получилось у меня. Да, это электричество так себе, ребята, помогает. Ну вон, сейчас будут мы их дубасить одного за другим. Нет, хорош, хорош этот удар. Ничего, ребят, не могу сказать против. А против этого Хэнка я имею в виду. Сильный, мощный довольно-таки удар. Но... Вот если бы электрическая вот эта вот ловушка бы действовала бы на них, на всех. Ну, вон, все, ребят, пошла одна звезда на
Ой! Это я сам продинамил. Засмотрелся там на то, что как у меня звезду отнимает. И, естественно, вспышку я это продинамил. И слишком легкие динозавры мне здесь даны. Ни одного мощного не дали. Понимаешь, да, о чем я? Начинают дубасить. Но здесь явно одна звезда нам светит всего лишь. Вон, уже пошла отниматься. Здесь, друзья мои, почему так получается? Ну, во-первых, у нас не прокачано. Я вам говорил, что мы с вами очень сильно отстаем в прокачке. То есть мы уже с тобой зашли фиг знает куда. А динозаврики наши на прежнем уровне, который у нас был до этого. Поэтому и удивляться, как говорится, здесь нечему. Это я уже просто захожу наперед, чтобы посмотреть, что у нас тут поджидает. Я смотрю, что у нас тут поджидает полная трешня. Но, как говорится, когда знаешь, что впереди, проще будет дальше. Так, ну что, это последние у нас охламоны. К сожалению, на одну звезду идем, но ничего страшного. Ничего, друзья мои, страшного в этом нет. Так, один сундук, в котором мы зарабатываем 450 монет. В данный момент меня интересуют именно вот монеты. Потому что нам нужно прокачивать динозавриков. Рискнем. Блин, робот-рисер крут, конечно. Давай попробуем, ребята, вот этот вот. Вот этот этап пройти. Может быть, получим дополнительный деревянный сундук. Ой, оу! Так. Мне нужна колючка. Так, эти пока бомбы тут будут скидывать. Так. Колючка, колючка, колючка на выход. Так, этого сбили, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так и надо, ой-ой-ой. Ничего тут, ой-ой-ой, кать. А, так тут... Подожди, подожди, подожди. А почему? Блин, ребята. Слушай, ну тут можно было бы на 3 звезды, друзья мои. Можно было бы на 3 звезды пройти. Тут уровень-то, оказывается, коротенький. Сюда даже если, предположим, взять... А, у нас огненной ловушки нету, да? Да, у нас огненной нету. К сожалению. А уровень вообще изичный. Короткий и изичный. Так, ага. Вот оно что. Плюс дайте мне, пожалуйста, деревянный сундук. Так, смотрим. Смотрим, что нам здесь выпадет. Так, 1600 монет. Хорошо, ребята. Огненный Дейна и колючка пяток. Выстрел молнии и редкий, ребята, шлем. Вот, огненное заклинание. Так, обновление. Редкий шлем. Так, здесь 12 тысяч нужно. Вот, прокачиваем, друзья мои, Рэмбо в огне. Редкий шлем. Оборудуем. Ну вот, 8 к атаке плюс 124. Тут еще 7 тысяч нужно. Деньги нужны как манна небесная. Ну что, попробуем. Я хочу, ребят, вот до туда дойти. Да. А это что, еще до сих пор на прокачке у нас стоит?
Я хочу дойти до следующего динозаврика, ребят. Глянуть, по крайней мере, что там у нас. Ну и чё? Я не помню, огненный стег, он бомбит по воздушным? Или нет? Бомбит, да, все-таки? Все-таки бомбит, это хорошо, ребят. Это уже приятно радует. Вот не радует, что их тут набралось, блин, тьма тьмущая. Вот это вот совсем не радует. Так, отойду, потому что меня сейчас разберут. Ага. Ага. Ой-ой-ой-ой. Там, ребята, еще и катапульта. Блин, да я не в этого хотел бомбить твою налево. Если честно, блин. Ай, сейчас пока мы тут. Так, есть такое дело. Катапульту разобрали. Блин, у меня опять здоровья мало. Ну, конечно же. Ну, конечно же, его накумарило, ребят. Как у меня очень медленно восстанавливается здоровье, а? Может быть, мама-то пора призвать. Мне вот эта чурла напоминает почему-то бомжиху, не знаю почему. Да твою налево, там, блин, еще... Мамонт, мамонт, держись, родной. Все. Не выдержала душа поэта. До последнего тут стоим. Отбиваемся. И сейчас мои тут начнут, ребята, уже сыпаться. Один за другим. Вот так вот, если только их дурачить. Это я, ребята, оттягиваю неизбежные, так скажем. Так, ну это помогло, как ни крути. Только от одного избавишься. На, получи, второй, блин, идет. И вот сейчас вот как раз не хватает, ребята, вот этой самой массовой атаки, про которую я тебе говорил. Вот этого Хэнка. Гигантского валуна, блин. Который бомбически бомбит.
А вот и портал уже. Ну, этот уровень, то есть, мы пройдем. А вот уже следующий с динозавром, с новым. Под большим, ребят, вопросом. Я бы даже сказал, под... Ой-ой-ой, идет. Мелкого-то этого хмыря мы сразу уничтожаем. Вот беда в чем. Вот в этих здоровяках. Но, тем не менее, справились. Так, что у нас здесь? Опа, друзья мои. А Стегушка-то готов прокачаться? Стегушка-то готов прокачаться у нас. Ну-ка, глянем, сколько он... сколько он потребует на улучшение. 3200. Не так уж, в принципе, и много. Ну что, друзья мои, рванем за вот этим динозавриком. Ну, почему бы и нет. Правда, выбор у нас очень-очень, ребята, плохой. Много дают заклинаний. Но ведь ты понимаешь, что это... Сейчас мы их накопим здесь. Опил называется. Да иди ты в пень, блин, это щитобот еще идет, блин. Это я, ребят, так называю вот этого дурочка. На самом деле, он никакой не щитобот. Так надо было, поверь мне. Это для нашего же блага. Так, мы с собой взяли защиту. Ну, защита нам тоже здесь пригодится. Давай трицера возьмем. А что это за звук? Это так ниндзя так орет? Или кто так? Ой. Так, главное этого хмыреныша вальнули. Так, заморозим их. Пока они тут заморозки будут стоять, мы их немножко побомбим. Хотя бы чуть-чуть. Так, Хэнк. Блин, он очень, ребята, долго заряжается, этот Хэнк. Да, он мощный, но он долго заряжается, твою налево. Ну и сам видишь, их тут, блин, что-то слишком дофига, бесконечности прут. Плювик нам нужен. Плювик, в принципе, неплохо. Я не знаю, правда, против щитов он хорошо работает. Или плохо. Так. Идет, блин. Сейчас проверим, как он работает. Ну, Стегу он, конечно, валит вообще на ура. Стегу, к сожалению, ребята, он валит на ура. Да, слушай, плювик очень даже неплохо, ребята, с ними разбираю. Вообще, плювики очень хороши против щитов, я смотрю. Так что и вот этот вот аспект нужно учитывать. А вот, ребята, и наш динозаврик свежеиспеченный. И мы, кстати, с тобой идем на 3 звезды. Блин, ну... Да, мы на 3 звезды прошли, друзья, этот уровень. Прекрасно. Давно тут не было, чтобы 3 сундучка у нас. Так, Хэнк немножко прокачался. Так, огненный Стега. И все почему-то идет на огненного Стега.
вся прокачка. Так, сколько нам дадут здесь? По три дают, да, получается? По три. А что же это за динозаврик-то такой, а? Петчи. Разблокирован. Первый контакт. Напоминает мне почему-то Тирекса. Надо будет заодно, ребята, и посмотреть, кто он такой и с чем его едят. А он всего 10 стоит. А что он такой дешевый? Подожди, дай я вот этого дубану. Давай позовем Петчи. Давай. Че, я против, что ли? Петчи наносит серьезное повреждение. А, при первом ударе. И все? То есть... Но тут есть... Есть небольшой, ребята, плюс. Он отскакивает. Так. Он отскакивает, отскакивает, но в то же время он все равно, ребят, какой-то ватненький получается. Ладно. Как убойка, ну, может быть... Может быть, даже и неплохо. Насколько он много повреждений наносит? Вот что меня интересует. Слушай, ну прилично, друзья мои. Прилично он наносит повреждения. Ай-яй-яй. Но меня подкупает то, что он, ребята, отскакивает. То есть он не стоит под ударом, он бьет и отскакивает. То есть по нему они не попадают, по-моему. Может быть, конечно, я так наивно считаю, что не попадают. Или мне так хочется, блин, думать об этом. Блин, Хэнк, ну давай, накапливайся. Помог тебе, Хэнк? Я хочу, ребята, плевуна призвать. Нет, блин, пока этого плевуна призовешь, блин, тебя разнесут тут уже быстрее. Слушай, ну нормально он бьет щиты, нормально. В принципе, претензий как бы и нет. Вот и плевунчик, ребята, у нас подоспел. А что его? А, его накумарили все-таки. Да, плевун, ребята, бьет очень хорошо по щитам. Прям вообще шикарно бьет по щитам. Но этот, по-моему, при первой своей атаке он бьет намного больше и лучше. Только лишь при первой своей атаке. По остальным он не так уж силен. Но все-таки хоть что-то. Хоть что-то, ребят. Так, подожди. Замечательно. Так, нам Тирекса не хватает, да, пока? Пока нет. Давай плюс, приплюснем этих дрючков всех. И я еще одного, ребята, плюсика заказываю. И я еще одного плюсика заказываю. Блин. Ну и зачем я этого Кентра позвал, блин, если я его уже сбил? Да ты заколебал, нифига он там хиляет. Давай, давай, родные мои. Ай, отойдем. Иначе... Уничтожат. Бамс, сбили. Сколько там еще идти-то надо? Ну как ты мне дорог, а?
Давай, 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 я жду. Блин, опять уже звезду отобрали, как? Блин. Когда они успевают это все сделать, а? Или я просто, ребят, уже, знаешь, без кон... Ой, вторая пошла, ребят, уменьшаться. Печалька. Просто печалька. Да, на одну звезду, к сожалению, ребят. Ну, я попытался. Я постарался. Ну, главное, вообще хотя бы прошли этот уровень. Так, 450 монет. 19 будет, да? А, 20. Накопил, ребят, на бонус. Давай-ка соберем, посмотрим, что там у нас. Что нам там дают? Ага, деревянный сундук. 800 монет, очень даже кстати. Колючка. Трицер. Колючка, ребят, прокачивается, что, опять же, приятно меня радует. Колючка, ты хочешь прокачаться? Хочет. Теперь она будет эти дирижабли сносить, только шорох. Так, ребят, ну дальше я, наверное, не вижу смысла сюда вот идти. Давай, наверное, и что-то из старого попроходим. Где у нас там нужно по мизеру? Вот этот уровень надо пройти нам для того, чтобы получить... Сколько он будет прокачивать тут еще? А, 2 минуты 36 секунд. Вот мамонт под хилом, вот этим, ребята, вообще, он практически неубиваемый, но... Одно слово практически, другое слово неубиваемый, это две большие разницы. Хилер, ты заколебал, а? Очень, ребят, сильно нервирует, потому что он хиляет. Причем довольно сильно. Вот так вот. И огонь-то не хочется тратить. Я его и тратить не буду, ребят. И защиту я пока приберегу. Так, ладно, я пока встаю в защиту, ребят. Пока есть у меня такая возможность, так скажем, простоять здесь. Мамонта, мамонта бы нам призвать и... Пошли бы дела наши в гору. Вон, трицеры практически, ребята, они отхиляли. Наши хилы. Что ж ты так сдулся-то быстро, а? А сколько мамонта стоит, я не могу понять. Ну конечно же, друзья, ну... Ну как же без бомжихи-то? Бомжиха, блин, это полбеды, ребята. Да чтоб тебе, блин, нет, тут что-то как-то...
Да пульта бесевая, понимаешь? Меня еще и наказали. Ёпарасоте. Что тут надо сделать, чтобы, блин, пройти этот чертов этап? Сейчас звезды пойдут уменьшаться. Да, опять отгреб. В тот раз, когда я проходил, ребята, ну не было там такой облав. Чё сейчас происходит? А почему так дофигища-то их там? Все, ребят, мамонта потеряли. Ну, а раз мамонта потеряли, значит, сейчас и остальных разберут. Потому что мамонт — это был единственный сдерживающий фактор для этих охламонов. Так много я еще никогда не погибал. Да здесь из-за катапульты все, ребят. Катапульта здесь... очень негативно, ребята, на нас сказывается. Я думаю, ты со мной согласишься в этом плане. Блин. Ну давай ты отхиливайся это быстрее. Ну, господи, ну что-то там 3 часа-то, блин. Ну вот, пошла, ребят, звезда мешаться. К сожалению, блин. А вот, наверное, уже последний, ребята, да, скорее всего, портал у нас. Наверняка это последний. Если бы я столько бы не погибал бы, и ну что бы мне здесь спасло бы? Я же не знаю, что мне тут спасло. Нет! Нет! Да, ребят, я думал, что это последние ворота до портала, но, как видишь, нифига подобного. Серьезно? Их тут еще немерено, оказывается. Ну, в этом случае нам поможет только лишь, ребята... один из немногих — это Тирекс. Хотя Тирекс тоже не панацея, ребята. Да, он сильный, но он не бессмертный, чтобы, как тебе сказать. То, что он двоим сразу наносит повреждение, это, конечно, круто, ребят. Оу! Они его уже уничтожили. Они уничтожили Тирекса. Вот тебе и пироги с котятками. И звезда, естественно, ребят, на уменьшение пошла. Ну, тут, скорее всего, ребят, уже другой фактор немножко играет. Тут, скорее всего, нам нужно именно... Да вы заколебали, блин! Только от этого избавился, еще один прет! Ой-ой-ой-ой-ой, они сейчас маму-то, ребята, разгребут. Я там стою, прям подставляюсь под удары. Я не могу понять, мы что, бомжиху до сих... мы бомжиху до сих пор не разобрали, прикинь.
И хил, конечно же, хил этот бесевый нервно-паралитик. Пипец, просто трындец, ребят. Посмотри, что вытворяет. Все атаки в основном проходят по бомжихе. Сгинула бомжиха. Слушай, я когда в первый раз проходил, ну и в следующий раз, я что-то не помню, что прям вот такая трещня была. Ну тут аж прям вообще что-то из ряда вон выходящее. Посмотри. Этих тут дофигища столько. Мамонта, конечно, отхиливает, успевает выхилить, ребята. Я представляю, если бы у мамонта был бы легендарный шлем, да он бы вообще, наверное, был бы бессмертным, непобедимым. Но в любом случае, уровни нужно проходить, даже хотя бы, ребята, из-за того, что мы с вами получаем хоть какие-то копейки. Деньги нам нужны на прокачку наших динозавров, это как бы основа основ, что хочешь не хочешь, а надо это все проходить. Мы даже этого придурочного пробить не можем. Меня вот это вот почему-то напрягает больше всего. Что не хватает нам еще на пробивку. Так, грохнули, да? А это последний. Ну, я не знаю, ребята. Тут, конечно, мы начали звезды терять еще даже половину игры, грубо говоря, не прошли. Так что под огромнейшим вопросом. Как тут вообще на 3 звезды пройти? 25 уже дают. Что-то дофига. С каждым разом все больше, больше, больше прибавляют. Значит, этот этап пока никак мне не взять. Как бы я да не старался. Здесь у нас все взято. Может быть, вот тут где-то у нас легкие были довольно-таки этапы, где мы с тобой очень много на 2 звезды брали. Давай вот тут попробуем. Давай попробуем тут. Авось, как говорится, да получится что-нибудь. Так, Энки, выходи. Но у нас другого просто нет возможности такого другого призвать. Понятно, что Энки от Дубая отдупляется. Допустим. Так, ну 100% нужен летунчик, наверное, да? Потому что сейчас они полетят. И давай, наверное, так. Ать! Летит. Блин, ну что ты будешь делать, а? Давай там этого, ой-ой-ой, который орёт-то постоянно. Такс. А ну-ка. Стоит ли мне сейчас брать Кентра? Навряд ли. Ну, колючка тоже периодически отправляет, ребят. Ну, это не такое себе, согласись. Давай все-таки возьму Кентра одного. Я понял, ребятушки. О.
Давай по мне ракету бросай свою. Давай, Кентра, всех, кого не лень. Мне придется вот здесь вот стоять. А Кентра, блин, стоит там, ему пофиг, ребята. Чихать он просто на все на это хотел. А, все, ребята, я уже звезду потерял. Я-то думал, что мы идем, нет. Уровень-то, в принципе, несложный. На слово совсем несложный. Нет тут этих здоровых самураев, которые бесят. Просто здесь выбор очень такой нехороший по динозаврикам, ребят. Видишь сам, дают энки. Энки вообще какой-то не от мира всего. Так, ладно, этот не потянул. Ну что мы тогда можем... Этот? Сколько у нас вообще денег? Этот дорого стоит. 7000. 3200. Угу. А, была не была. Поехали смотреть. В плане. А чё такой выбор-то скудненький? Там опять тюн-дюрюн-дюрюн. Ай, блин. Ну? Кто там так развлекается, можно мне узнать? Непонятно. Кентра, ну вот Кентра. Так. Опять звезду лишился. Ну ёб просто, ну. Не знаю я. Так, подожди, а это же у нас другой этап. Это новый этап. Ой, вторая звезда. Ну, тут успели. Две звездочки. Открываем, ребят, сундук. Ну, нормально. Опа, Пэтчи, ребят, готов прокачаться. Сколько там? Поначалу, в принципе, немного берет он на прокачку, там, тысячу, две, три монет. Дай-ка я приценюсь. Ух, легендарный шлем, блин. Ну, ценники, конечно, ребят, не для нас. Видишь, сейчас выиграл не очень много. Но, тем не менее, ребят, будет атаковать довольно неплохо. 16,7. Пойдем. Это последняя наша энергия на сегодня.
Блин, почему они не получают повреждений, ребят, когда падают на землю? А? Вот это вот немножко несправедливо. Так, Хил, ты иди отсюда. Что-то тут слишком какие-то мощные пошли, что они уже даже не падают от моих обычных атак. Так, Пэтчи, ты там выходишь? Блин, пока он там выйдет, меня разнесут. О, бежит. Пройдоха. Да почему ты так быстро из заморозки-то выходишь? Ну, гад ты несчастный, а? Да не в этого я хотел, чтобы ты ударил. С трех ударов просто пин-пин. Все, ребят, вырубил, блин. Блин, он хорошо бьет, конечно. Бил. Он хорошо, конечно, бил. Но это было в прошлом. Я думаю, летунчики на этом еще не закончились, друзья. Летунчики обязательно будут. Эх, мама. Подстава была под удар. Смотри, бежит, сломя голову. Что там, куда он там врезался? А, благодаря мамонту мы тут с тобой продержались. Но мамонта не хиляет никто, поэтому... Поэтому халявы тут не будет. Ползет, а. И еще один. Куда он там полетел-то, гад, блин? Трындец. Господи, я думаю, что не получается, блин? Тут вот эти вот мозгошплюи тут стоят, блин, бомбят потихоньку. По-моему, ребята, если портал ты уничтожаешь, уже это не уменьшается звезда. Так что этот уровень на 3 звездочки у нас. Прикольно. Так, что у нас тут? Опа, целитель пара скоро прокачается. Недурно, я тебе скажу, очень даже недурно. О, даже как. О, даже как, ребята, нас
Нас пропускает на следующую локацию. И начнутся какие-то джунгли. Ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.